Итак, ребята, сегодняшний денечек я решила провести в новой метавселенной от Cell. Поэтому сегодня хочу вас тоже познакомить с этой крутейшей новой игрой. Я, значит, зашла на спаун. И сейчас, смотрите, тут есть вот такие вот кафешки, очень прикольные. Все такое зелененькое, все такое миленькое. Посмотрите, на деревьях есть вот такие вот милые ушки. Офигеть! Блин, это очень-очень мило. Мы посидим в кафешке, посмотрите, здесь можно попить водички, съесть какие-то конфетки. Мне нравится. Ребята, посмотрите, как классно сделана игра. Давайте же сейчас пройдем самую главную локацию здесь. Это, конечно, сам магазин Cell. Посмотрим, что здесь есть вообще, что тут можно приобрести и что вообще здесь прикольного. Что могу сказать? Cell, магазины Cell создали свою метавселенную в Roblox, где каждый сможет поиграть за маму и за монстра. Блин, ребята, я уже хочу поиграть и за маму, и за монстра. И когда вы играете за маму и за монстра, вы сможете зарабатывать внутриигровую валюту. И что же за эту валюту вы сможете купить? Давайте мы сейчас проверим, посмотрим все вместе. И, возможно, сможем приобрести что-то очень классное. Ребята, и знаете, что самое крутое? То, что весь мерч, который вы видите сейчас в этом магазине, вы сможете купить в реальной жизни в магазинах Cell. И он будет выглядеть точно так же круто, так же стильно. Потому что весь мерч, на самом деле, очень модный. Только посмотрите на эту майку, это выглядит просто супер круто. Или вот, например, вот на такую майку, я, точнее не майку, а вот такой свитшот, который я себе уже приобрела. У меня вот такой свитшот с уткой. Мне он очень нравится, ребят, посмотрите, как круто сидит. Я сама захотела себе, если честно, такой свитшот. Думаю, что сама в нем смотрелась очень стильно. Выбор мерча просто очень-очень огромный. Давайте я, наверное, вот сейчас одену вот такую майку и посмотрите, реально я очень стильно выгляжу. Но еще в Селе есть вот такой UGC мерч. И здесь, если вы выполняете все задания, которые вам предоставляет игра, то после этого вы сможете получить эксклюзивный UGC мерч, который вы сможете использовать во всех вселенных в Роблоксе. То есть вы можете заходить абсолютно в любую игру, и у вас будет этот мерч. Кстати, здесь вы еще каждый день получаете награды, ежедневно заходя в игру. Вот сейчас я, кстати, получила внутриигровую валюту, за которую смогу себе что-то приобрести. Например, мерч. Или очень прикольные ловушки, которые будут помогать мне играть и выигрывать. Давайте же посмотрим, что это за ловушки такие. Мы сейчас заходим вот сюда. И здесь у нас написано способности. Когда мы играем за монстров, у нас есть три вида ловушек. Лужа. Здесь, кстати, везде написано, какая ловушка и что она делает. Либо слайм, который ослепит маму. Либо можно использовать также невидимость. Но если вы играете за маму, у них тоже есть реально очень прикольные ловушки. То есть, например, ловушка конфета, на которую может попасться любой монстр. Либо ловушка камера, где можно будет следить за монстрами в магазине. И при нажатии на монстра его остановят на несколько минут. И есть еще вот такая подсветка, где вы сможете подсвечивать монстров и наблюдать за ними сквозь стены. То есть выслеживать их. Ловушки очень крутые, и они будут помогать вам выигрывать и зарабатывать как раз внутриигровую валюту, чтобы приобретать здесь крутые вещи. Ну, ребята, а сейчас я предлагаю вам отправиться поиграть за монстров. Я хочу начать с монстров, а потом хочу поиграть за мам и проверить все ловушки, которые у нас есть. Поэтому погнали, поиграем за монстров. Итак, ребята, ну что, я сейчас забегаю для того, чтобы поиграть за монстров, поэтому мы сейчас ждем отправления, когда можно будет отправиться уже совсем скоро поиграть за монстров. Я буду использовать все свои возможности, чтобы победить мам, ребята, я очень волнуюсь, напишите в комментариях, болеете вы за меня или нет. Через 7 секунд у нас начнется раунд, и мы сейчас будем бороться с мамами. Наша задача, когда мы играем за монстров, собрать всех динозавриков, ребята. Итак, я собираю первого динозаврика. Надеюсь, то, что мама меня не поймает. Динозаврика собрали. Я вижу второго динозаврика. Обязательно надо его собрать. Мы сейчас должны обязательно использовать ловушку, и мы сможем быстренько собрать все, пока наши мамы не смогут нас найти. Пока мне помогают другие монстры, мама поймала тебя и заставила есть брокколи. Ребята, когда нас ловит мама, мы в наказание едим брокколи. Вообще, я не люблю брокколи, но я думаю, что все дети не
не любит брокколи. А вы можете, кстати, прямо сейчас написать в комментариях, любите вы брокколи или нет. Мы что, проиграли? Да, ребята, офигеть, мы проиграли. Это очень обидно, мамы поймали всех монстров. Блин, ребята, как так возможно? Так, я должна отыграться, я реально, меня уже просто забрала эта игра, я точно должна отыграться. Давайте надену подсветку, я подсветку еще не использовала. И теперь я буду играть за маму. Я вот захожу вот сюда, будем играть сейчас за маму. Я очень волнуюсь, потому что я очень сильно хочу выиграть. Я обязана выиграть, ребята. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что болеете за меня. Ко мне подключилось уже 3 мамы. Сейчас будем играть и ловить монстров. Я очень хочу попробовать поймать монстров. И чтобы мы точно выиграли. Сейчас я должна выиграть. Я в себя верю. Все, ну что, погнали. Ловим. Все, поймали. Первого монстра поймали. Монстр ест брокколи. Я должна оставлять конфеты. Вот здесь, смотрите, монстры. Заставляем кушать монстров брокколи. И они, что? Они, как они уже быстро так собрали абсолютно всех дракончиков, и им остался только последний дракончик. Я должна найти этого дракончика. Победа, ребята, наконец-то я победила, наконец-то я в команде, я победила. Я получила бонусы, я получила призы, ребята, я так рада, я наконец-то победила. Я просто верила то, что вы болели за меня, именно поэтому я победила. Это было очень круто, было очень интересно играть как и за маму, так и за монстров. Было действительно реально очень классно, мы круто поиграли, словили всех сейчас монстров, и из меня получилась очень крутая мама. Я хочу сказать так, мне реально больше понравилось играть за маму, чем за монстра. Это действительно мне как-то так намного больше понравилось. Почему все игроки сейчас за монстров? Пожалуйста, мне нужна помощь, кто-то должен быть за маму вместе со мной. Ко мне присоединилась другая девчонка, которая тоже будет сейчас играть за маму, и мы сейчас будем ловить монстров, которых в 2 раза больше, чем нас, поэтому, если честно, я думаю, что мы проиграем. Хочется верить в то, что мы реально выиграем и поймаем сейчас всех монстров. Так, я вижу. Ого, так, ловим, ловим. Блин, я его почти поймала, почти поймала. Так, все, я его поймала, он ест брокколи. Отлично. Ловим, ловим, скорее, ловим еще одного монстра. Все, поймали. Она ест брокколи. Отлично. У нас осталось 6 динозавриков, и они прямо здесь, и нам нужно поймать остальных монстров, которые здесь бегают. Ребята, мы поймали почти всех, я не знаю. Кто-то собрал, осталось всего 3 динозавра собрать, и мне нужно как можно скорее поймать других монстров, которые здесь бегают. Вот этот вот ест брокколи. Отлично, он наказан. Мы, походу, проиграли, но нас было слишком... Да, ребята, мы проиграли, но вы посмотрите, было 4 монстра, и нас было всего 2 мамы, то есть это был вообще неравный бой, но ничего, хотя бы одну игру я смогла выиграть. Еще, ребята, я хотела вам рассказать о том, то, что в мире Села вы сможете приобрести своего питомца, которого зовут Виги. Во-первых, он очень-очень милый и просто обаяшка. И будет помогать вам в игровых раундах, когда вы будете играть за монстров. Он помогает монстрам освободиться, давая им дополнительную жизнь. Мне безумно понравилось играть в мире Села, особенно понравилось играть за маму. Обязательно переходите по ссылке в описании к этому видео и в закрепленном комментарии.